болел. У нас три главных клубных тенденции. Это бешеный вратарь соперника, это просто всегда, даже если это бот. Ой, позвали. Потом вторая, это то, что мы можем просто сидеть вечер, выигрывать там, я не знаю, Фалина, Фруту Глори, а потом просрать какому-нибудь Динамо, например, да, ну типа Спартака сегодняшнего, где пять человек играет. И что-то еще. Короче, а, ну еще мы можем просто 25 раз ударить по воротам и пропустить в итоге один из одного, и там 1-0 проиграли. Да. Там штанги, перекладины, неважно. Помните, у меня в каком-то матче было что-то 4 штанги за матч, по-моему, да. На напе. Флинскрюй было. Мы туда было. Выиграли 1-0, да, и я один гол забил. Было. Ну, фанат, я не знаю, играл, не играл. Я уже не помню. Если это был последний тот из матчей, то, скорее всего, нет. Нет, это не последний, это... Ты не последний, когда Вань на форуме играл еще. Да, это первый круг был, прошлый сезон. Это, это да, второй круг был. А, второй, конечно, играл. Лёш, во втором круге мы им проиграли. Мы 2-2 сыграли с ними. Я 1-0 тогда мы выиграли. Реально, 90 да? Заплатили. Ты про этих... Тогда Вань... Ой, Фовин говоришь. Ладно. Может, Трайфовин. Ладно. Все, ну, давай сейчас забьем. Бухович, здесь? Вроде да. Все шевелятся. Ничего не Виталь, пошевелись. Блять, у них название Судорна, конечно. Арена исправляется, вратарь. А, не было сайда то. Хорош, Саш. Нет, Даня, ну ладно. Санчес. А, ты про то, что я тебе отдал? Да, да, да. Я да, думал, да. Что ты уже этот момент. Так у нас защита не ФКшем, работай. Ну ладно. Что произошло вообще? Постраховай сразу. Виталь, не стой. Стой, не стой. Чувак стоит, я не могу выбросить. Посмотрим, два бота. Удара, штрафная совсем рядом. Ребят, сзади там этот пропалить. Давай на фаната, не дай сильно. Я попробую или ударить, или скинуть, сейчас посмотрим. А, не долет. Заражить нужно мечом, а не дарить его. Хорошо. Забрал. Если бы что-то типа вынос. Танька твой. Ой-ой-ой. Блин, я скинул назад, а у нас двое, а просто побежали вперед. Такое. Специально не стал как бы выносить. Хороший Артем. Ладно, беда. Пацаны, фэрплей. Давай-давай, чё мы стоим-то? Прессингуем, алё. Дань, со своим беги. Всё, забрали. В атаку. Швайнштайн. Им свободы не давайте. Отдай, Сань. Ай, фана зря ушел вниз. Нормально. Бей. Давай, жмём. Перебежал. Всё, тебя готово, нормально, да. Надо работать. Пылик выше. Сейчас. Назад. Корпусы. Ой, это. Я хотел вратаря, ходит почему-то. Я не знаю, в такой ситуации. Удар по воротам. Если не окей, окей. Вышли, летали. Да я успевал, вратарь вроде мог ноть. Зачем пошел так? Пиздец. Тулик, давай чуть повыше играй сейчас. Опять жмем себе. Его, Герыч. Прекрасный навес! Мяч вынесен опасность миновал. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Ой, ты даже заберешь того маньяка? Да, конечно. Дальний, смотрите. Я его завалил просто. Возьми дальний, маньяк, дальний, маньяк дальнего. Маньяк дальнего, возьми на дальнего. Опа. Просто подарил он мяч сопернику. Ух, наверняка получит нагоняй от тренера за это. Там Саня не стоит. Мяч будет введен из аута. Борьбу. Опуститесь, конечно. Я скинул, вы каких-то не бросайте. Очередная потеря. Ты. Ладно, я вот этого подожду. Это бот так что. Попасть отопалось. Бля, я уже вышел. Даня. Нет, офсайда, смотрите. А нет, что нет. И как гол. Пробил. Повезло. Проверка голкипера. Нет, не повезло. Ну, пробил на фланг. Левый фланг вообще, все атаки по левому фланг. Ну что сказать, голище! Очевидно, ошибка обороны. Блять. Нужно играть внимательнее. Поехали. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Борьба за мяч. Да. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне так, на бот. Предупреждение. Под штурм. На некоторое время обезопасил он свои ворота.
фанат. Вопрос. Ух ты. Вообще не разобрались. Там же фанат. Андрей стоял свободный вообще. Он просто спокойно мог даже принимать штрафной. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Шустрее, шустрее. Насри. И опять по флоту. Потеряли, сразу прессинг. Давай, давай, давай. Дань, только не прессирайся. Опасно как! Относительно легкий мяч. Молодец. Лучший. Я не знаю, все уснули, что ли? Ребят, парни, забить. Жестче надо. Быстрее. Прессинга нет. Ожесточение. Чувак, идет пешком по флоту. Да, да, спокойно. По флангу и смотрит, куда бы мне отдать. Потеря, все, в обороне. Леш, успокойся. Хорошо. Бьется. Чувак, ты на дальнем будешь получаться? Блядь, неужели за Д? За Д. Давай, давай, выше, выше, поднялись, все на чужой половине поля, давай, давай. Ну, не так, чтобы, блядь, Даня, ты только не убегайся. Ну, 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 блядь, зеленый или мудрый. Я уже хотел давать. Навес. Забивать надо! Это атака. Хорошо. Давай, сейчас угловой, отлично. Давляй на сами. Даня, маньяк, что там разыграем? Давайте опорники сзади и краёчки защиты сзади. Давай на скидку, поехали. На дальнюю? Да, иди в центр. Да, да, на дальнюю. Виталий, иди наоборот в центр. Я что ли не докинул? Опять не докинул. Тащил один удар, но может быть и второй. Артёмка, навес. Навес! Ну? Ой, ух. Не, здесь нехорошо, что ты не ударил, потому что ты бы сейчас просто вдруг отворот. Можно на ближнюю то же самое сделать? Она забьёт там? Давай на ближнюю, поехали. Тома. У нас еще фанат-то не меньше, у него было еще выше. Ну, давай, фанат! Пенальти, пенальти-то. Да. Ну там гол так-то был. Я так-то забил. Там не факт, там возможно было. Почему-то не показывает. Да, странное дело. Забыл ее что ли где-то? Он обязан хорош. Был забивать пенальти, красава, он один, забил. Один есть? Угу. Хладнокровный, это плохо. С углового нарисовали один все-таки. Да-да-да, там... Да я бы забил, если бы не забил. 11, да, я уже забил. А, ну да. Снова да, да. Равенство на табло 1-1. Ай-яй-яй-яй. Не красная? Нет, нет, там все здесь. Давайте, давайте, жестче, жестче с ними. Вообще не давайте дышать. Нет, главное, вот реально. Просто один упустил. Вышли, 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 вышли. Ваня, рисуй линию, Ваня, рисуй линию. Да хватит, хватит, вот здесь. Да, да. Можно еще вот можно выше, выше, дальняя, выше. Дальняя, по сулику, по сулику, давай по сулику, по сулику, вот так, давай. Ну все, ну, блядь, Виталь, там... выше, 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 иди. Ну не надо так сильно высоко. Понимаешь, они могут успеть до мяча добраться Даня, раньше, Даня, чем Саня. Так Саня хоть бы успевает тоже до мяча добираться. Вот, типа, ладно. Есть вариант развития атаки. Нужно среднюю какую-то дистанцию, чтобы... Нормально, надо либо близко к ним, либо не выходить вообще. Не-не-не, нужна такая средняя дистанция, чтобы... то есть им было тяжело добраться до мяча раньше, чем вратарь. Ладно, ладно. То есть, если мы не успеем, то вратарь успеет. Герич, оставь. Понимаешь? Виталий бота. Вот еще Виталий. Борис. Ой, да, я не давай Виталий. Герич берет бота, а Виталий живого. Хорошо, хорошо. Сейчас на ближнем внимательно стулик. Смотри, 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 смотри. Да. На ближнем смотрите. То, что вот я здесь. Игрок прибежит, я его, я его, я его. Давай, давай. Танька выбежит. Танька забирает. Тань, право можно. И не спеши, ты видишь, что защитник крайне за тобой бежит. Да я пешком, я пешком. Нормально. У меня вроде что-то еще было бежать. Давай, 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 жмем их. Дайте, а, это не бот, сука. Может, подожмем, попробуем. Конечно, жмем. Вообще нельзя давать, свободно. Ну, он дальше. Кинет, кинет сдали, кинет сдали. Назад загрузим, проблема что? Наш сам испугался, что мяч получил. Грузи маньяк вперед, на напо или на фланг. Швайнштайн. Скажи. А че ты не побежал-то сразу? Да вперед, я не ожидал, что честно. Я думал, ты просто мяч не держишь вообще, раскладывай. Нет, ты просто этот. Я тебе в касание бы отдал, бы ты быстро. Нормально, получилось. Да, летит, не вижу. Выиграть, Виталь. Можешь вынести. Ой, ёптой, сори. Блин, Виталий, вот твои периодические попытки скинуть назад на вратаря вот приводят к таким заёбам. Это было на Лёшу. Нормальный игрок, типа, не уверен, не обгонял. Здесь тоже не уверен, не уверен, не носи. Всё, всё, играй. Играй. Сейчас заброс будет. Виталий, страхуй, если что. Штрафной двое, где защитники? Блять. Я с игроком. Ну смотри, ну ты с игроком, а дальше где? Вот сейчас ему штрафную скинут и всё. Танкипер, не выходи лучше, наверное. Нет, чувак забегает. Арбитр показывает от ворот. Наш, наш. Там просто если проигрываете, в центре чувак забегает. Да, да. Постоянно по линии. Выходим, выходим, выходим. Ко мне сулик поплыли. Выше, сулик выше. Чёрт, выше, выше, выше.
Да, низом просто дай. Хорош. Это может быть опасно. Ну, чувак, вообще толкает. А, ух ты. Сейчас опять будем повешен, типа забросил. И вперед сюда здесь. Ай-яй, осторожно. Сань, ты просто не убежишь. Да я не убегал, я просто. Я не знаю, вообще. Давай я на скидку пойду, давай на скидку. Да блять, хорош. 45 минут. Не надо. Давай, давай, скидывай его. Сань, блядь. Сань, кидай. Ух, хорош. Сейчас лучше, наверное, в одно касание, а то не даст сразу навесить прямым, на ближний навесишь. Можешь опять же скидку, да, если сделать. Нет, нормально, со скидки пойдет. Даст разыграть. На дальнюю, ближнюю, дальнюю, ближнюю. Нет, разыграй, ближнюю. Давай ближнюю. Да, на ближнюю. А Герыч, возвращайся. Мы ушли. Эй. Бренёк на опережение. Хорошо. Отлично. Блядь. Отойдите все. Назад, 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 назад. Вы нас. Еще. Смотри. Ну тут понятно, что будет ботом, а мне уже бежать нечего. Нормально. И после первого тайма ничего. Я просто тогда сказал, смотри, я посмотрел, и я там вообще не увидел. Да. Ну ок. Да, что-то маньяка пока спасаем, ну ладно. Получается, что только выносит. Ну, это бывает. Они, кстати, 4-1-2-1-2 играют. То есть в центре надо хавать. Фланги разберутся. Надо их сейчас прессингом дожирать прям вообще. Особенно по флангу. Двух флангов. И, Дань, постарайся не проваливать все-таки лево. Соберись. Сапу просто не поднимайся. Да весь матч они играли по левому флангу почти. Все забрал. Перерыв закончен, команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Ну, кто-нибудь выйдет. Пистец. Чувак идет, вообще никто не встречает. Пистец. Ну да, да. По линии. Смотри, по стенке. Готовь рисовать. Ваня рисует. Не рисует. Сейчас бить будет, бьет. Фигня. И выходят все, Виталь, тоже выходишь. Дань, притерм... Даня, дай и возвращайся. Надо сейчас. Смотри, можешь вбросить? Можно Сулика здесь, лично. Да, и по центру смотри. Можно. Смотри. Решил пробить. Вот Сулик, который нифига не бил, не решил бы. Нормально, надо. Окей. Повыше, Виталь, надо добивать их, давай. Да, блядь, извиняюсь. Они улетают. Не, давай дальше выходим. Тренер, гостей, подожди, сейчас все будет. Требует от защитников искусственного обзора. Я тебе... Наверняка отрабатывали на тренировках все это, и сейчас посмотрим, я с этим останусь. Что у них получается. Куда? Вратарь! Вот это сейв! Мяч будет... Вратарь, наверное, из-за боковой. Так что фигня. Даль, ты с ним, надо. Да. Даль, не дай выбежать перед собой. Ух ты. Просто пустил мяч сопернику, наверняка получил. Саня, не успеешь, все, давай. Защита вышла, и Саня выносит. Сулик, играй Фески. Выше, пожалуйста. Сулик, играй выше, пожалуйста. Только. А может ты спит? Ну, хорош. Пас назад, хорош. Иногда и так приходится играть. Можно через вот центр. Хорош. Будет штрафной удар. Мяч у нас свисти. Лайерсфилл. Че, дальняя позиция, да? Прямо да. через напы, да. Вань, ты забегать ему за спину должен. Я забегаю. Я забегу как раз тогда, когда. Пока ты только свой корпус скинул. Офсайд у него будет. Да. Должен быть офсайд. Не трогай его. Есть. С рывком вне игры, как всегда. Опять же, здесь внимательно. Кафарон готов? Попробуй так же. Да. Просто лоси со мной все. Сука, я уже в центре убежал. Ой-ой. Торопились. Нема. Турик, догонишь. Он накручивается. Барштубер. Опять фигня. Сосать. Блин, я же понимаю, что... Надо перестать. Давай еще закинем, а потом надо распасовку играть. Фанат, иди во фланг. Да, давай во фланг, короче. Артем в центр.
Фанаты, еще прям во фланг. Может другой фланг? Ну, не важно. Нормально, по диагонали. Не, лучше. По диагонали лучше. Месси. Хорош. Пол должен быть. О, отлично. Дайте постарайтесь сейчас, ребят. Внимательно чуть придумал. Можно навес сделать, либо разыграть, вот, знаешь, что на втором посту. Да, не вешай! Вешаю. Поздно. Уже поздно, да. Артем ушел тут. Блин, грузи, штрафную. Грузи. Месси! Вратарь забирает этот мяч сзади, без сразу. Особого труда. Жить. Да, там ничего сложного не было. Мяч от головы вперед, друзья. Прямо в вратарю. Не туда, но хорош. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Додавливать. Не, надо, да. Потому что навес вперед. Смотри, еще. Пять по флангу. Мяч у соперника. Ой, бля. Правда, там может дойти. Да, вот здесь. Снимай. Пиздец. Тут просто подарили мяч соперника. Ну да. Быстрый вынос. Мяч там приходилось. И меня смотри, тащит. Зачигай. Артём, я тебе буду кидать сейчас по флангу. Беги. Раз, два, три. Давай. Ну, покати. Ладно, поздно уже. О, чуть раньше покатил, да. Не, раньше нормально. Я пнул сразу, он еще шаг не делал, я про Гера чё говорю, там просто... Давай, маньяк, не буду, твоя позиция, твоя. Да бля, я еле бегу. Он не добегает. Блядь, я... как? Даже пас. Тихо, Лёш. Лёш, здесь фланг есть. Лёш, вынеси на напа. И вот процент владения мячом нам показывает. Я скинул вроде. Фактически идентичные показатели у команд, ну и по нашим ощущениям всё так и выглядит. Один. Да что такое? Лёш, вот так. Здоровые ребятки. Но не все, да, вот. Очередная потеря. Выбей. Хорош. Насри. Эй. Я вот можно сказать. Как это все хотелось? Не нужно было делать. Я не знаю. Вот. Тотти. Опять лишь. Блять. Ну ладно. Покой надо. Куда он? Италия, мы поднимаемся. Что? Ну зачем? Они свалили, они. Вот я пошел, я в штрафной. Я вешаю, короче, на дальний. По центру. Давай, Вань, по центру. Положение вне игры, сигнализирует Лань. Бэй. Сейчас опять свечу. Ребят, надо забить. Не знаю, как я что придумать. Блять, ёлки. Охуенно забили. Как он работает? Уилшир! Не попал. Какая досада. Так, да и вот это, блядь, ёбаная высокая оборона. Нахуй высокую оборону в конце, реально. Защитники словно застыли на месте. Бегать нечего. Дело не высокая оборона. Там проскочило мяч просто. Я-то был сзади почему-то. Проскочил. У меня мяч сквозь моего игрока проскочил, но ничего не делал. Дай да нет. Ну сейчас, если он нас спас, он есть. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. У кого сил много, скажите, чтобы на вас закидывали. Много это громко сказано, но что-то есть. Крайних защитников. Ой. Да блять! Да. Пиздец. Так бывает. Вот теперь у всех сил много, ребят. От своего же автогола. Да. Охуенно. Убивает команду, но такое говно. В свои ворота. Причем Саня взял в руки и отпустил какой-то скамянь закатывает. Ну, вот опять точно. Ну что тут скажешь? Саня, проехали. Да, пиздец, вообще не теперь высокая оборонки более не нужна. Теперь надо, конечно. Сразу кинет? Вот, сразу кинет. Не, там у него. Конечно. Естественно, блядь. Не, Леш, именно против этой команды высокая оборона не кстати была. У них постоянно 2-3 человека сзади, и они забрасывают. Мы проваливаем с такой сзади. Накал, ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо уйдет. Пропал. Поэтому эмоции... Давай играем. А наш матч вообще повтус. Вот он не будет. Это пиздец. Потому что мы с мячом распоряжаемся не очень, это да. Тань, готовься. Вперед просто, да. Ди Мария. Прекрасный пас, опасно может быть. Отличный удар. Вообще бьют без помех, есть возможность добить постоянно. Мяч в ворота. Мяч будет введен из аут.
Они долго потерялись. Дань, ой, понятно. Виталий, не лучше ты высокого камня, Дань. Давай. Защитник выносит мяч. Теперь выходим. Выходим здесь. Выбора нет. Тут надо уже лететь. В атаку, на. Либо лучше мне даст. Я тоже вперед пошел, короче. Давай. Но. Блять, держит говнюк. Нажимаю на пас, не дает. Кнопку не вдавил. Блять, да почему так? Давай, Сань, вперед, Сань, просто давай. По центру вперед. Да ебаный стыд. Вынос, да? Ну вынос, да. А, успеешь? Отлично. Лэм. Давай, Сус. И пятка не будет что-то такое делать, конечно. Да, домовой поставил. Блин. Да толку-то. Да, не успеваешь, сука. Ну опять видишь, вот тебе опять игра. Да ладно, нормально все. Две хуйни запихнули и довольны. А мы-то вообще пиздец играли, отвратительно. Ну а там речь была. Очень, че за задос, блядь. Витально, а как это? Нормально, хотя бы. Ну, зато Саня, скорее всего, сборной тура. Ахахахахахаха, блядь. Ну, Саня нас спасал на самом деле там. 17 сейвов, ребят. 19. Вообще не канал. О, мужики, я пошел. Всем спасибо. Давай. Проваливались. Мне тоже пошел, давай. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Вы можете, блядь, хотя бы не выходить, пока я делаю стрим, а? А то выглядит, как был бы. Вот против такого футбола нужно было сыграть низко, надо. Чтобы они бегали в защиту. У нас раствор только.